Тверичан, которым приходится пересекать Волгу в центре города в этот понедельник, ждал приятный сюрприз. Выяснилось, что ремонт на новом мосту завершили досрочно. Напомним, что изначально это планировали сделать в среду 21 сентября. В целом, в ходе ремонта были демонтированы старые трамвайные пути, которые давно находились в неудовлетворительном состоянии. На их месте уложили новые основания и асфальт. При этом городская администрация отмечает, что разметка будет нанесена на следующей неделе при благоприятных погодных условиях. В связи с этим водителям рекомендуется соблюдать дистанцию и скоростной режим.